Наверное, с мячом я с детства, я бы так сказала. Я сначала, ну, я перепробовала много всего: пианино, лук, несколько занятий, самбо, три занятия, ну, всего по чуть-чуть. И вот я тэквондо занималась долго, там сколько я занималась, 3 года. Ну, у меня были какие-то перспективы, я горела этим видом спорта, мне нравилось. Вот, и параллельно я во дворе постоянно с мальчишками играла, на какие-то мини-соревнования там могла ездить. Вот, и в какой-то момент мне сказали: все, типа, тебе нельзя заниматься спортом, со спиной какие-то проблемы были. Но они были незначительные, и я там решила проблемы, и такая, думаю, все, ну вот знак, мне надо идти в футбол. Ну и потихоньку начала им заниматься. Довольно-таки положительно, но даже когда на коробке играю с пацанами, ну, все хотят в команду взять, посмотреть, как играет, ну, ничего отрицательного в свою сторону не слышала вроде как. Ну, институт у меня, в принципе, спортивный, там одни спортсмены, поблажек особо никаких нет, а в школе я же часто уезжала на какие-то сборы, и, ну, учителям это, понятное дело, не нравилось, то, что я пропускаю программу школьную, то, что не учусь, у меня в школе по месяцу нет, и они как-то, ну, не очень относились к этому, хотели чаще меня видеть в школе. Я когда попала в дубль Рязани ВДВ, я там самая младшая была, и как-то, ну, начали девочки называть меня так. Приелась и в сборной, кто-то от кого-то там услышал, начали называть. Потом Валентин Владимирович Гава сказал: все, зачем так называть, в футболе не должно быть никаких пупсов. И все, потихонечку ушло на нет. Я была очень рада, не знаю, вот прям вдохновение как будто бы было. Я приехала, но тут состав грозный, мощный, понятное дело, все лучшие игроки. И я приехала, такая сопля. Ну, коллектив здесь хороший, всегда был и будет, я надеюсь. Все девочки поддерживали, все постоянно рядом что-то подскажут, помогут, объяснят, как надо себя вести в сборной. Так что все классно с этим. О, да, да, потому что, ну, вот я только попала в сборную, был шанс какой-то, наверное, зацепиться за состав и поехать. Но мне больше жалко девочек, которые, возможно, больше никогда не поедут. Вот, мы еще молодые, можем поехать. Вот за старших девочек мне больше обидно, чем за себя. Сижу, ну, сейчас не так сильно, раньше я за Барселону очень болела, я прям фанатка такая была, за каждым матчем следила, и за Зенитом. Сейчас я больше за Зенитом сижу, как-то чаще РПЛ смотрю, вот. Мне нравится очень Дуглас Сантос, Мостовой нравится и, наверное, Круговой, да, вот эти 3 игрока. Серега Лазарев. Это нормально. Я его не особо не слушаю. В принципе, нейтрально отношусь. Я думаю, все молодые знают много мемов. Они там все, кто-то где-то найдет, кто-то скинет. Потом, ну, ТикТок — это одна из самых известных платформ сейчас. Конечно, там уйма ТикТоков с мемами. И все мы знаем, все ищем. Ну что, это классно. Интересные эмоции. Ну вот смотрит какая-нибудь девочка сейчас за сборной, да, такая. Я как-то влезла. О, это ты меня снимаешь? И она такая: хи-хик. Ну, эмоции положительные вызываю у людей. Это ж классно. В Рязани кот толстый. Весь меня. Он у меня злой. Британец, смешанный с шотландцем. Это свойственно их породе.
Вот. Но меня он любит, уважает, не всегда признает, когда я приезжаю, и любит царапаться. Футбольная, ну, конечно, заиграть в Европе, в Испанию я хочу. Мне, ну, нравится чемпионат, техничный, мобильный, быстрый пас, мне это интересно. А мечта в жизни. Если честно, хочется узнать себя, ну вот, кто я вообще, но это же интересно. Вот, и вообще хочется много денег, чтобы у меня было. Дорогие подписчики, фанаты, телезрители, если «Зенит» в этом году станет чемпионом России, я станцую на Дворцовой площади какой-нибудь тикток.